Гражданская война. Гражданская война. Гражданская война. Одни восстали из подполий, из ссылок, фабрик, рудников, отравленные темной волей и горьким дымом городов. Другие из рядов военных, дворянских разоренных гнезд, где проводили на погост отцов и братьев убиенных. В одних доселе не потух хмель незапамятных пожаров, и жив степной разгульный дух и разиных, и кудеяров. Других, лишенных всех корней, тлетворный дух столицы Невской, Толстой и Чехов, Достоевский, надрыв и смута наших дней. Одни возносят на плакатах свой бред о буржуазном зле, о светлых пролетариатах, мещанском рае на земле. Других весь цвет, вся гниль империй, все зло, весь тлен идей, блеск всех великих фетишей и всех научных суеверий. Одни идут освобождать Москву и вновь сковать Россию. Другие, разнузнав стихию, хотят весь мир пересоздать. Тех и других война вдохнула, гнев, жадность, мрачный хмель разгула. А вслед героям и вождям крадется хищник стаи жадной, чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать врагам. Сгноить ее пшеницы груды, ее бесчестить небеса, пожрать богатство, сжечь леса и высосать моря и руды. И не смолкает грохот битв по всем просторам южной степи, средь золотых великолепий конями вытоптанных жнив. И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных, правда, с нами. А я стою один между них, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Максимилиан Волошин, 22 ноября 1919 год. Коктебель.